Вот обычно, когда меня спрашивают, вот о чем я хочу сказать в своих песнях, о чем я говорю с людьми, то я обычно теряюсь, потому что я не говорю с людьми, а я переживаю с ними что-то самое главное в этой жизни. Эта песня, она написана про наших родителей. Дан урок, и ты его пойми. Он дается в жизни один лишь только раз. Потеряешь их, потом не говори. Как бы я хотел вернуть мне все сейчас. Сквозь боль и сквозь слезы пройдем мы эту жизнь. Ты за нее держись и не ругай судьбу. Я знаю, что можно, расплакавшись, уйти, но от судьбы уйти не удастся никому.